Друзья мои, всем огромный-огромный привет и большое спасибо, что зашли на мой канал. Я поняла, что на моем канале еще нет ни одного обзора на мой любимый фильм, книгу или сериал. И, конечно же, я решила это исправить. Сегодня я просматривала список своих любимых фильмов, сериалов, и довольно сложно было выбрать что-то такое, о чем мне бы хотелось сейчас поговорить, и я все-таки выбрала. Сегодня мы с вами поговорим о фильме, который я уже сбилась со счета, сколько раз я его пересматривала. И каждый раз, смотря этот фильм, я испытываю те же самые, настолько же интенсивные эмоции, что и в первый раз, когда я его посмотрела. В первый раз я посмотрела этот фильм, наверное, лет 5 назад, может быть, чуть больше. Я посмотрела его вечером, и всю ночь я практически не спала. Я довольно восприимчивый человек. Мне, вот знаете, с возрастом стало все сложнее смотреть подобные фильмы, читать подобные истории. Я уже как-то об этом на своем канале говорила. И сейчас я хотела пересмотреть этот фильм, чтобы освежить в памяти. Я начала его смотреть. И на самом деле я сразу же все это вспомнила в мельчайших подробностях. И я не стала даже досматривать его, девочки, потому что это очень тяжелый фильм. На самом деле это один из самых тяжелых фильмов, которые я когда-либо смотрела. Неважно, на любую тематику, то есть не только на такую остросоциальную, но это действительно фильм. Во-первых, он очень, как мне кажется, снят. Есть такое, да, сейчас модное слово «вайб». Вот в этом фильме передан такой вайб. Вы знаете, такое чувство, что этот вайб, эта атмосфера, она тебя просто пронизывает от кончиков волос до кончиков пальцев ног, понимаете? И ты очень долго не можешь отделаться от этого ощущения, от этой атмосферы. Ты ходишь по квартире, там, да, выходишь на балкон, смотришь на улицу, и у тебя такое ощущение складывается, что ты там, в этом мире, в мире этого фильма, в этой вселенной, в этом времени. Это, конечно, очень большой, я считаю, талант режиссера. Снял этот фильм шведский режиссер Лукас Мудисон. Фильм этот, возможно, вы знаете этот фильм, и по названию ролика вы это поняли, да, это фильм «Лиля навсегда». Он был снят в 2002 году. Как я уже сказала ранее, режиссер шведский Лукас Мудисон, он рассказывает о жизни в одной из бывших советских республик, хотя многие думают, что это фильм о жизни в России, но на самом деле это не так, несмотря на то, что снялись в нем русские актеры. Этот фильм основан на реальных событиях, к сожалению, это, конечно, вы знаете, вот когда ты смотришь этот фильм, и у тебя где-то на галерке сознания вот эта мысль, да, что это снято на реальных событиях, что это действительно было, сердце, конечно, сжимается просто в комок. Этот фильм основан на жизни девочки, у нее довольно сложное имя, это девочка-литовка, к сожалению, я не помню ее имени. Эта девочка родилась в Литве и покончила жизнь самоубийством в Швеции. Девочка эта попала в сексуальное рабство и, не выдержав всех этих событий в своей жизни, она решила уйти из жизни. В общем-то, главную роль в фильме сыграла наша актриса Оксана Акиньшина. Мне очень эта актриса нравится, но вы знаете, в чем здесь дело? Все прекрасно знают Оксану по фильму «Сестры», да, и, конечно же, по фильму «Лиля навсегда». Потом она снималась в фильме «Стиляги». Вот я почему говорю про фильм «Стиляги»? Когда я смотрю фильм «Стиляги» с Оксаной, у меня какой-то когнитивный диссонанс. Для меня Оксана Акиньшина очень хорошо раскрылась в своих первых фильмах. У нее такая внешность, знаете, такой девчонки, пацанки, какой-то, ну, это не антикомплимент, но она же актриса, она играет эти роли, поэтому, я думаю, уместно сказать, а девочки из какой-то неблагополучной среды. То есть как какой-то вот с ней недавно относительно вышел сериал «Контейнер» про суррогатную маму. Это такой сериал-драма с элементами триллера. Тоже, да, такой персонаж, ну вот такая девушка, она тоже из какой-то такой вот непонятной семьи. То есть она идет на это суррогатное материнство, очень незащищенная, при этом такая, знаете, она очень как ежик такая, то есть она привыкла себя защищать. Она этой жизнью не обласкана, то есть она грубая,
где-то она такая, но вместе с тем она очень беззащитная на самом деле, очень доверчивая все равно на самом деле. То есть вот действительно у Оксаны есть такое вот в ее естестве, да, какая-то вот такая вот, какой-то такой элемент характера, который очень хорошо проявляется именно в таких фильмах. Ну и давайте ближе к фильму. Девчонки, кто не смотрел этот фильм, я вам все-таки рекомендую его посмотреть, потому что, вы знаете, я придерживаюсь такого мнения, что мы должны воспитывать наше сердце, мы должны воспитывать нашу душу. Понятное дело, что мы живем в очень жестоком мире, и как показали последние мировые события, конечно, мира в нашем мире добиться очень сложно. И всегда мы будем в нашей жизни сталкиваться со всеми этими вещами, да. Но, тем не менее, мир наш, в котором мы живем, он жестокий, он несправедливый очень часто бывает, и мы тоже ожесточаемся. И вот в частности, о чем же этот фильм, да, ну вот если в общих чертах, да, ну о том, как девушка, ну по сути, поломала свою жизнь, в общем-то, приняла ряд неправильных решений, да, встала на путь легких денег, да, проституции. И очень часто, к сожалению, я сталкивалась с таким мнением и у женской половины, да, общества, что она сама виновата, что вот она могла там пойти работать, могла как-то еще, да, поменять свою жизнь. Не могла, понимаете? И даже если могла, мы не можем судить. Я всегда говорю и всегда, если среди моих близких людей я слышу какое-то такое вот осудительное поведение, я всегда говорю: не судите. Не судите никогда по своей мере никого, не зарекайтесь. Как бы это ни звучало, возможно, да, ну как можно от такого, да, не зарекаться? Но я всегда призываю: не судите, а особенно когда женщины судят женщин. Поэтому я рекомендую такие фильмы как профилактику, понимаете, какого-то, знаете, вот как профилактику своего мышления, понимаете, какого-то мышления, возможно, когда ты на все смотришь свысока в этой жизни, и тебе кажется, что ты какая-то высшая каста, да, а ты такая умная, ты такая грамотная, а вот есть вот такие вот опущенцы, да, есть ли такое слово, я не знаю, люди, которые вот слабые характером, не то что ты, да, но на самом деле жизнь, она очень разная. Обстоятельства очень разные, люди очень разные, характеры очень разные. С точки зрения, как бы, да, художественной какой-то, художественного момента, я считаю, что фильм снят, конечно, потрясающе. Ну, здесь стоит сказать, что Оксана, конечно, немножко где-то наигрывает. У нас вот в моей среде профессиональной такое было выражение. Наш мастер нам говорил на актерском мастерстве: не надо наигрывать. Иногда, когда заходишься в эмоциях, ты это не специально делаешь, но какой-то получается наигрыш такой. То есть немножко это неестественно выглядит. Да, такое есть немного в начале фильма, в начале. Уже потом, по ходу действия, развития событий, это стирается, ну, потому что, на самом деле, история очень тяжелая. И Оксана, конечно, это очень видно, что ей было тяжело это все переживать, тяжело было проживать свою роль, и поэтому никакого наигрыша там уже нет, там уже действительно чистые эмоции, очень больные. Низкий поклон Оксане за эту роль, потому что, ну, я считаю, что такие роли бесследно не проходят в жизни артиста, актера. Они, конечно, оставляют свои шрамы, свои следы. Ну и, в общем-то, о чем фильм? Девчонки, наливайте себе кофеек. В общем-то, о чем фильм? Это 90-е годы, полнейшая разруха. Показывается какой-то провинциальный город, панельные дома. Ну, бывшая союзная республика, да, непонятно, что это вообще, где это. Вот эти грязные панельки. Вот вы знаете, у меня такое ощущение сложилось, когда я смотрела этот фильм, какой-то советский Silent Hill, вы знаете, улицы какие-то пустые. То есть понятно, что там живут люди, но улицы какие-то пустые. Все какое-то вот, ну, то есть город какой-то полу, он
Я не знаю, где велись эти съемки, но сложилось впечатление, что там давно никто не живет, что это какая-то Воркута. Я не знаю, но это, конечно, не Воркута, но вот, может быть, кто смотрел в ролики про Воркуту, там же вообще сейчас никто не живет, там стоят вот эти панельные дома, и, ну, там живет 10 человек, понимаете, но жизнь какая-то есть, но она какая-то вот замершая, то есть, понимаете, вот что-то такое. Грязь и какой-то такой, знаете, пасмурность постоянная, перманентная какая-то пасмурность, и она вот на уровне даже не то, что освещение. Фильтр, наверное, такой еще на пленке, да, то есть что-то такое очень-очень беспросветное с самого начала. То есть с самого начала это беспросветно. И, кстати говоря, фильм начинается с того, что девочка, главная героиня Лиля, бежит по мосту или по какой-то... Да, по мосту она бежит, растрепанная вся, побитая. И вот она останавливается, звучит песня группы «Рамштайн», «Mein Herzbrennt», да, «Мое сердце в огне». И, в общем-то, мы уже понимаем, что ничем хорошим эта история не закончится. Мы понимаем, что фильм начинается как бы с конца. И уже потом повествование. В общем, живет девочка, да, живет девочка с мамой, у мамы появился какой-то американский мужчина, какой-то американский жених, да, и вот мама собирается в Америку, он ее пригласил в Америку за лучшей жизнью, мама, конечно, вся там на радостях, что наконец-то мы вырвемся, да, из этой клоаки в нормальную жизнь, в достаток, в какую-то вообще, то есть как-то поменяем вообще свою жизнь. И вот эта девочка Лиля, да, такая, знаете, девчонка-пацанёнок она. Ну, она, конечно, хорохорится, где-то там журнальчики эти женские читает, где-то подкрашивается, что-то как-то, но она пацан. И вот ей 16 лет, но вот я смотрю на неё, но она совсем еще ребенок. То есть, вот, понимаете, 16 лет — это такая странная у женской половины история, кто-то в 16 лет еще совсем ребенок. Несмотря на то, что уже появляются какие-то там романтические истории где-то на галерке, да, жизни, уже какая-то косметика, там что-то, да, но все равно вот это естество, вот это вот, понимаете, какая-то ментальность, она еще очень-очень детская. А кто-то в 16 лет уже девушка, у кого-то в 16 лет уже серьезные отношения, кто-то в 16 лет уже становится мамой, да, ну, всякое в этой жизни бывает. По-разному мы взрослеем. Ну, и мужчины, в принципе, так же, но у женщин как-то это более, что ли, мне кажется, заметно, насколько вот разные мы, женщины. А там еще она ребенок. Вот это мое личное такое впечатление, особенно вот когда она узнает, что у мамы появился мужчина, который хочет перевести их в Америку. Она вот бегает, да, у нее там есть подружка какая-то, да, девчонка, с которой они хорошо общаются. И она так по-детски вот об этом: мы уезжаем в Америку, а мы с мамой уезжаем в Америку. Вот понимаете, вот это что-то такое очень непосредственность какая-то, детскость какая-то вот. Понимаете, настолько это ребенок, это не то, что девочка, это ребенок, это что-то на грани бесполости для меня, понимаете? А мы в Америку, ну они там, понятно, все уже и курят, вот она в этот магазинчик приходит, там покупает сигареты, продавщица там так на нее смотрит, она на эту продавщицу смотрит и думает: а ты неудачница, останешься тут гнить, а я-то в Америку еду. Я стану американкой, я буду одеваться в модные вещи, там, да, буду там ходить по этим модным, не знаю, там, в киношки, в кафешки, буду там настоящий, там, да, крутой тинейджером крутым, да, в журналы, вот она и все эти журналы листает, да, смотрит на эту жизнь, ну, возможно, не в Америке, а где-то в Москве, но все равно где другая жизнь, другая она там, а тут Америка, это же, понимаете? Ну и, в общем-то, она в этих мечтах с этой девчонкой. Но потом как-то вот так вот получается, видимо, что вот этот ухажер мамин, он как бы ей дал понять, что мне чужие дети не нужны, да, мы с тобой своих сделаем. Ну вот понимаете, в этом фильме все так вот, вот эта главная героиня и мир вокруг нее. И вот какой бы, за одним исключением, мы о нем позже скажем, какой бы персонаж в этой ее жизни не был бы подле нее,
Это абсолютное равнодушие. И какой-то равнодушный этот город провинциальный, холодный какой-то, абсолютно чужой. Вот абсолютно холодный не в плане холодный, да, холодный, а холодный в плане какого-то, понимаете, вот я иногда вот, знаете, приеду там в родной город, я чувствую, какой он теплый, даже в январские морозы, понимаете, воздух помогает в родном городе, да. А здесь, ну вот, все настолько, как вам сказать, настолько чужое. И люди все чужие, даже те, кто родные, понимаете, и место. И вот к чему бы она ни прикасалась, с чем бы она ни пробовала как-то взаимодействовать, все чужое, все ее отторгает, все ее отрицает, все ее выбрасывает, понимаете, на обочину жизни, понимаете, она вот вперед ее отбрасывает, понимаете, и вот эта мать какая-то, она, понимаете, настолько она равнодушная, настолько она, ну вот, ну ничего там нет, вот ничего материнского, то есть, ну вот вообще, вот это просто. Когда вот смотришь на это, да, на их общение в начале фильма, вот даже еще не понимаешь, как сложится событие, просто, да, мама, дочка, да, ну, понятно, что 90-е, все живут хреново, да, и вообще люди такие, ну, не до вот этих вот ласк людям, выжить бы, да, как-то вообще в этой мясорубке, мир меняется, жизнь меняется, что завтра будет непонятно. Но, понимаете, здесь, видимо, режиссерски было вот это сделано специально. Это абсолютная ментальная разобщенность. Абсолютная. И вот этот вот ее, да, мужчина. Ну, то есть, понимаете, и она идет на это. То есть она как бы согласна, что хорошо, пусть эта моя дочка тут 16-летняя останется, а я поеду, да. Но, естественно, она ей обещает, что... Я за тобой вернусь, я за тобой вернусь. Мы не знаем, реально ли она это собиралась сделать. Или она просто забыла и вычеркнула дочь из своей жизни. Вот мы этого не знаем. И режиссер нам это не дает узнать и не дает нам это понять. То есть это открытая такая история. Может быть, там с этой матерью что-то в Америке тоже случилось. Она попала либо в рабство какое-то. Либо... Мы не знаем этого, понимаете? Здесь открытый финал. Но, тем не менее, девочка остается, Лиля остается одна. У нее есть тетка, совершенно какая-то женщина вообще тоже показана, она какая-то в кепке, какая-то вот такая вот вся, вот так вот разговаривает, вот такая вот вся какая-то вот. Вообще вот просто персонаж тоже абсолютно какой-то дикий. Они все какие-то вот эти персонажи, они все какие-то расчеловеченные. Я могу говорить какие-то слова странные, но вот у меня есть такое. Я иногда придумываю какие-то свои слова. Я не знаю, существуют они вообще в русском языке или нет. Они какие-то расчеловеченные, они какие-то бесполые, безликие, какие-то просто тени, понимаете, без души, без всего. И вот эта тетка, Лиля же осталась жить в своей квартире, это алчная тетка, ее оттуда выселила и поместила ее в какую-то загаженную комнату, в какой-то хлев, бомжатник в какой-то, где умер, там жил пожилой человек, он умер, и она ее туда спихнула, в эту комнату. И вот эта девочка Лиля, она вообще вот в начале фильма показывается как такая, знаете, сорванец такой, да, вот она приходит в школу, учится она, конечно, очень плохо. Ну, изначально семья неблагополучная, изначально. Там не было такого, что такая хорошая семья, и вдруг ее на обочину жизни выкидывает. Нет, там изначально все плохо, понимаете? И тут она, у нее появляется мечта, понимаете, что вот она все-таки жизнь-то поменяет. А вот она приходит в школу и так, знаете, да пошла ты, учительница, да иди ты, да ты вообще заткнись, да я в Америку уезжаю. То есть она как бы вот вроде изначально показывает, что такая девчонка, ты ей палец-то в рот не клади, да? Но когда вот эта тетка, она ее выселяет, и она как-то так к этому всему поддается, то есть она даже, она как-то пытается сопротивляться, вот огрызается там пару раз, что-то там это, но она смиряется, то есть и мама ей письма не пишет, денежку ей никакую не присылает, хотя изначально у них был уговор, что мама ей пришлет денежку, она живет в этом хлеву. Там, ну, пока что там есть и свет, и вода, и вот, значит, ну, все равно свобода, она там каких-то приглашает подружек, не подружек, друзей, не друзей, какие-то там, ну, молодежь 90-х, водка, клей там, да, какие-то таблетки, ну, полный беспредел,
И вот, значит, тусят они там, но она, конечно, все равно она очень в себе, она очень-очень. У нее разбито сердце, потому что ее бросила мама, и она где-то уже все равно понимает, что начинает уже понимать, что мама ее, ну, грубо говоря, как бы кинула, да, что обманула ее, и она еще даже не осознает, понимаете, масштаба того, что с ней на самом-то деле происходит, что ее бросила мать, что ее выселили из квартиры, да. У нее нет, она на каких правах она живет? Ну, то есть у нее вот эта тетка, это ее опекунша. Ну, это опекунша, понимаете, просто вот это одно слово. То есть на деле там просто человек переехал в эту квартиру, в там двушку или трешку, да, а этого несчастного ребенка спихнул, и голова не болит, хоть там что она делает. И когда по ходу фильма там Лиля спрашивает, а что мне делать, как мне зарабатывать? Как мне платить за свет, потому что отключили свет в комнате в этой, отключили воду, холодно на улице, то есть, ну, вы понимаете. Она говорит, а что мне делать? Опекунша у своей спрашивает, а та ей отвечает, ну, иди ноги раздвинь, да, ну, вы понимаете, да. И, в общем-то, со временем она, и она находится в таком, понимаете, подвешенном состоянии, это ребенок, она жизни не знает, она не понимает, что в таких ситуациях делать, и даже не в том плане, не на бытовом даже уровне, что делать, она морально не приняла еще эту всю историю, она морально не прожила ее, то есть она постоянно в подвешенном состоянии, живет человек в подвешенном состоянии, и это еще мягко сказано. И, значит, у этой девочки, у Лили, появляется друг, мальчик, Володя, помладше ее. Ну, он прям совсем еще мальчик. То есть, сколько ему? Ну, 12, да, наверное, лет. 12, вот как-то так. Из такой же неблагополучной семьи. То есть, там кадры в фильме, когда его пьяный отец абсолютно дикий, какое-то животное какое-то, просто его несчастного этого ребенка вот так вот просто выкидывает на лестничную клетку с какой-то бранью, даже не разобрать, что там он пытается этому мальчику, там маты на мате, то есть, ну, режиссерски это все очень хорошо сделано, на самом деле, показаны эти персонажи, это маргинальство повсеместное, когда дети не нужны своим родителям, когда родители спиваются, когда это, понимаете, работы нет, ну, то есть это мрак, понимаете, это мрак, это вот клоака, вот самое, что ни на есть клоака, вот все это. И они начинают дружить, мальчик очень, Лиле нравится это, да, ну, потому что она уже девушка, да, она уже такая вот, она высокая, стройненькая, хорошенькая такая девчушка, да. И, значит, ну, а что, как жить-то дальше? И вот общаются они с этим Володей, и у этой Лили есть подружка. И вот, значит, эта подружка ее подбивает, говорит, поехали в клуб съездим. В клубе, мол, там богатые мужики. Ну, и как бы это, мы с тобой там и заработаем, да? И вот, значит, показ, как они в электричке, значит, с этой подружкой намарафетились. Она там это себе Лиля шиньон такой белый завязала на волосы, губы накрасила, вся такая, значит, прям уже женщина, да. Они приезжают в этот клуб, значит, проводят время. Лиля, конечно, на все это смотрит. Ей, конечно, страшно, у нее дикое отвращение ко всему этому. Эти сальные мужики, которые там уже, ну, клуб, видимо, такой, что там мужчины специально туда приезжают с одной целью, да, снять девочку и провести время, да, хорошо. И девочки туда, соответственно, ездят не для того, чтобы потанцевать, а для того, чтобы заработать. Ну и вот, и следующая, как бы, да, ситуация в фильме, что предательство подруги, потому что подруга заработала деньги, насколько я понимаю, в первую их поездку, насколько я помню, но это не столь важно, но в первую поездку, по-моему, Лиля все-таки не пошла с мужчиной, да, в номер, но подруга-то заработала. И вот, значит, следующий кадр в фильме, когда отец вот этой девушки, ее подруги, узнал, что вот откуда-то у нее появились денежные, да, ну, бумаги прямо, купюры, да, видимо, не 10 рублей, да,
Ну и понятное дело, что откуда они могут взяться. И вот эта вот девушка, значит, сказала, что «А, это не я, это мне она на хранение моя Лиля подружка дала, да, денежки». И потом в школе тоже подруга всем растрепала, что вот эта Лиля там с мужиками спит за деньги. Ну, вы понимаете, да, предательство единственной подруги. Еще один удар, еще один удар. Ну, то есть Лиля постепенно падает на дно жизни. Сначала предательство матери, да, предательство опекунши этой, которая ее просто выкинула, можно сказать, на улицу. Денег нет от матери, не, да ладно деньги, да, ну хоть письмо напиши, да. Подруга предала, один Володя остался. И вот, значит, она же с этим Володей. Ну, что делать? Денег нет, ничего нет, кушать нечего. Она взяла какие-то вещи, собрала с этой квартиры, значит, понесла продавать. Поставила там какой-то лоток, никто ничего не покупает, да. За свет-то надо заплатить, холодно, кушать нечего, ничего, да. Ой, и вот этот Володя, он все, конечно, понимает, но он там по ходу фильма отговаривает ее от каких-то опрометчивых поступков, да. Но она все равно понимает, что, ну, путь один, да, надо как-то заработать хотя бы, чтобы купить, покушать чего-нибудь. Ну, и она опять едет на эту дискотеку, в этот клуб, и уже показывается, как она уединяется там с мужчинами, да, но получает деньги, получает, возвращается, такая довольная очень, приходит в магазин. А до этого была сцена, как она приходит в магазин, и ей там вообще ни на что денег не хватает, и продавщица так надменно на нее смотрит и говорит: «А ты же в Америку собиралась, да? А для нее это какой удар?» И вот она с этими деньгами заработанными приходит снова в этот ларек этой продавщицы там. И того набрала какой-то ерунды там, да, чипсов. Ну вот понимаете, ребенок, что она покупает в магазине, да? Что взрослый человек купит в магазине? Кусок мяса, картошки, там, риса, гречки, хлеба, да? Что приходит в магазине, покупает ребенок, которому нечего жрать? Чипсы, лимонад, конфеты, шоколадки и сигареты, понимаете? И вот она такая крутая, да, при деньгах пришла и так на эту продавщицу смотрит. То есть она понимает, что она сделала, она понимает, что она стала на путь проституции. Давайте называть вещи своими именами. Но вместе с тем ей тоже хочется, понимаете, кинуть эти деньги, да, сдачи не надо, да, вот понимаете, вот такая вот история. Ну и все. Потом у этого Володи день рождения, значит. Володя все это знает, он знает, чем она занимается. Они как-то все вместе, Володя у нее как бы живет. Ну там по-детски к ней попытается подкатывать, она там «Володя», да. Вот, и, значит, он это все понимает. Она продолжает ездить на заработки, да. Понятно, что ей, конечно, все это противно. Никакого удовольствия от этого она, естественно, не получает. Но опять-таки, это еще не девушка, это еще ребенок. Она где-то до конца не понимает, что с ней происходит. То есть для нее это все просто какая-то игра, просто как какая-то вот, как, ну, понимаете, что-то. Она не осознает этого. Ее психика, да, защищает ее от осознания этого. Возможно, она это бы поняла бы через 10-20 лет, при том случае, если бы ее жизнь сложилась все-таки в конце концов благополучно, да, и там она бы обрела любящую семью, родила бы ребенка, да, и потом спустя 20-30 лет где-то в кабинете хорошего психотерапевта она бы это прожила и осознала бы уже взрослой своей частью, взрослой. Она, понимаете, эта девочка на протяжении всей этой истории не стала взрослой. Все это она проживала своей детской частью. Она не успела стать взрослой. Понимаете, вот когда люди недалекие очень часто говорят: «Да, она взрослая уже тетка, она там, да, рано научилась, рано стала взрослой». Да не стала она взрослой, не стала она взрослой. И у нее не было шанса. То, что она ноги раздвигала, да, ездила и зарабатывала этим, то, что она в дальнейшие все события, да, там она, какие она принимала решения, да, это как раз-таки значит, что она дитё, она ребенок, и все эти решения детские, но никак не взрослые, вот в чем дело.
И понимаете, не каждый-то человек, который в дальнейшем, да, с Божьей помощью находит свой путь, встает на путь нормальной жизни, обретает семью, обретает работу нормальную, реабилитируется, да даже не каждый-то человек в итоге взрослость эту в себе взращивает, потому что вот эта детская уязвленная часть, изнасилованная детская вот эта часть, она на протяжении всей жизни доминирует у человека, потому что, чтобы стать взрослым, чтобы найти вот эту взрослую, понимаете, часть свою, нужно расправиться с детской и излечить детскую. Пока детская часть не излечена, пока, понимаете, она не убаюкана и не уложена спать, понимаете, пока мы ее не залатали, не намазали йодом, не наклеили пластырь, она всегда будет орать впереди взрослой части, всегда. Так устроена наша психика. Поэтому, а что говорить здесь, в этой ситуации? Какая взрослость тут может быть? Нет, ни в коем случае. Ну ладно, пойдемте дальше по ходу, что сюжета у нас с вами было, да? И вот в один из таких вечеров дискотечных она, значит, видит, что на нее пристально смотрит парень. Парень очень красивый, весь как с картинки, да? Ну прям такой вот, ну прям симпатяга. И вот, значит, они знакомятся, и он как бы очень положительное на нее впечатление производит, причем как знакомятся. То есть в клубе они не общаются. То есть она просто видит, что он как-то на нее так посматривает, но она уже дикая, понимаете, она уже мужчин не воспринимает. То есть она уже мужчин всех вот эти, там эти сальные взгляды, вот эти мужики, то есть она уже, ну вот... Для нее это уже мужчина, для нее это уже понятие не какой-то вот защита. Ну, у девочки отца нет, никого нет. Все, что она на своем жизненном пути успела встретить, это все гадство какое-то, мерзость какая-то. Понимаете? И мужчина для нее это просто вот то, что она каждый день в этом клубе, да, видит. И с чем имеет дело непосредственно. А потом уже она возвращается домой вся, ну, вы понимаете, да, ну... После всего этого, да, заработка своего грязного, вся никакая. И вот она идет по этой дороге и едет машина девятка. Девятка, по-моему. Ну, такая, по тем временам машина приличная, да. И парень этот говорит, подвезти тебя. Она говорит, отстань. Ну, она уже все, ребенок запуганный, зашуганный уже до такой степени. И он, да ладно. Ну, в общем, они знакомятся в итоге. Они в итоге знакомятся, он ее к себе располагает. Девчонки, вот понимаете, какая вещь? Когда я первый раз смотрела этот фильм, вот что говорить про эту Лилю, если даже я, когда первый раз этот фильм смотрела, я его восприняла как положительного персонажа. Вы понимаете? Я действительно думала, что это ее билет в лучшую жизнь, что у нас будет хэппи-энд в фильме, понимаете, девочки? А что говорить про персонажа, про эту Лилю, да? Что про нее-то говорить, если даже я, как зритель, смотря этот фильм и приблизительно понимая, о чем этот фильм, все равно восприняла его как положительного персонажа. Ну, в общем, ладно, он ей там запудрил по полной мозги. Он весь такой положительный, он весь такой классный. Он ее и в кафешку отвел, и всяко-разно. Вот этот Володя, друг-то ее, он говорит, Лиля, ну неужели ты не понимаешь, что он тебе мозги пудрит? Ну неужели ты этого не видишь? Она говорит, отстань. Она все, она влюбилась. Она вся горит, у нее глаз загорелся. Несчастная девчонка, никем не, понимаете, не обласканная в жизни никем ни разу. Ни родной матерью, никем. Понимаете, вся со своей поруганной честью, абсолютно уже не в себе, потерявшая вообще какую-то просто идентичность, самоидентичность, то есть абсолютно человек, ну вот, и тут она влюбляется, вы понимаете, и крылья за спиной вырастают, и надежда какая-то появляется, а мало того, что он такой положительный, он такой классный, он еще при этом и такой красивый, понимаете, и такой вот он весь вот, ну, принц на белом коне, ну, бывают же чудеса на свете, да, вот, уже настрадалась она, ну, вот, наконец-то, вот, можно ей испытать, да, в этой жизни какое-то вообще счастье-то. И он ей, значит, говорит, что, слушай, говорит,
Я, говорит, на работу поеду. Я, говорит, в Швеции живу и работаю там. У меня там брат сват, ну, в общем, да. Ну, в общем, вешает ей лапшу там на уши, как хочет, понимаете? Говорит, ты не хочешь заработать? Говорит, в Швеции клубнику собирать не хочешь? А это реально есть такая тема. Вот и я когда училась в Петрозаводске, это же рядом с Карелией, рядом с Финляндией, у нас девчонки и мальчишки ездили там, клубнику собирали в Финляндии. Есть такая, реально такой заработок есть. Вот. И, значит, он ей говорит, подзаработаешь деньжат, вот, поедем с тобой, паспорт тебе сделаем там. Ну, короче, вы понимаете? А она же несовершеннолетняя, говорит, паспорт тебе сделаем, короче, поедешь, заработаешь. Я тебя поселю к своим там родственникам, все будет вообще на мази, да? Она такая, блин, ну вот круто, да? Мать меня там кинула, а нафига мне эта Америка? Я сейчас в Швецию поеду с любимым мужчиной, плюс работа, заживем. Ну и вот, и значит, Володя там этот ей говорит, что ну, Лиля, ну очнись ты, да он тебя, ты что, не понимаешь, что ли, что он этот аферист, он аферист. Он тебя сейчас увезет и убьет там нахрен. Ну, Лили, естественно, ничего слушать не хочет. Ну, в общем, ладно. И сделали ей паспорт. Имя там ей поменяли. Ну, вы понимаете, девочки, да? Вы понимаете все сами, что это такое. Она ребенок, она ничего не понимает. Она, как понимаете, она в рот смотрит, как ресницами хлопает, как слепой котенок, понимаете? Ну, что здесь... Ну, все, и показывается, как она садится в самолет, ходит дьюти-фри. Вот вы знаете, девчонки, такой момент в фильме. Я на такие мелочи всегда обращаю внимание, но их много в фильме. Я почему-то вот в этот момент так меня это, знаете, больно кольнуло. Вот она в дьюти-фри приходит, там, ну, косметический магазин, да, там парфюмерия стоит, дорогая косметика. Ходят дамы такие, да, которые себе могут это позволить. И вот этот ребенок обманутый, который больше никогда не вернется, ходит мимо этих полок, смотрит на эти дорогие духи, представляя наверняка, что вот она когда-нибудь заработает денежки свои, да, придет в такой магазин, купит себе дорогую парфюмерию. И она так ходит, так боязно это трогает, понимаете, как что-то, как, понимаете, как не какие-то банки, склянки, блин, которые ничего не стоят на самом деле в этой жизни, а как будто это что-то, вот понимаете. Девочки, извините меня за эмоции, но я не могу по-другому. Вот это для меня это вот что-то такое вот просто настолько... Я в этом всем сейчас рассказываю, вот, да, я же все это в голове вспоминаю, прокручиваю этот фильм, и это у меня кадры в голове, вот я это все очень хорошо помню, я много раз этот фильм смотрела, ну, в общем-то, и она представляет, что она вот сейчас приедет, начнет работать, придет уже такая красиво одетая девушка с деньгами, с красивым мужчиной, и купит себе все, что захочет, но она не купит, понимаете? Ну и что? А дальше все как, понимаете, по классике. Она прилетает, значит, ее там кормят в самолете, дают ей какой-то там обед. Она такая счастливая, самолет, да, представляете, самолет, ей принесли покушать. Девчонка из какой-то провинции грязной, да, тут и сервис какой-то, да, и... Она прилетает, ее встречает какой-то мужчина, который по-русски вообще ничего не понимает. Сажает ее в такси. Она говорит, а мы куда едем? К Андрею? Там, к отцу или что-то? Да, Андрей — это вот этот ее мужчина, ее вот этот вот. Он говорит, а, Андрей, отвяжись, да, там, езжай там. Он ее привозит в какую-то комнату, в какую-то там, ну, квартирку, ну, такого гостиничного типа, да. Ну, она так осматривается, странно, да, что как-то открывает холодильник, там тухлые продукты, но еще ничего не понимает. То есть, ну, ладно, закрыла холодильничек, села. Ну, а потом к ней приходит первый клиент, девочки.
И она понимает, что ее продали в секс-рабство. То есть как продали? Да даже это можно ли назвать, что ее продали, не продали? Ну, продали, да, это он, этот Андрей, это такой вот, как это слово-то сказать, да? Забыла я уже, у меня вообще, девочки, все слова вылетели из башки. Такой вот человек, который занимается провозом, да, девушек для такого, таких вот, оказания таких услуг, да, в рабство. Ну и все. А параллельно, да, показывается история, что вот этот мальчик, это тоже девочки, это у меня, вот когда эта сцена в фильме происходит, у меня откровенно подкатывает ком в горло тошноты. Когда вот этот мальчик, Володя, да, ну Лиля уехала, непонятно, что там с ее вот с ее комнатой, с этой. Ну, в общем, и он как-то как на улице остался. А она ему купила подарок на день рождения с этих денег-то, которые она заработала таким путем, да. Она ему мяч купила, а он все играл, любил очень играть в баскетбол. И мячика у него не было, ничего, она ему мяч купила. И он с этим мячиком все носился, как, знаете, и она ему дарила этот подарок, он: «Мне подарок!» Понимаете? Ну, в общем, вот, и Лиля уехала. Никого у него не осталось. Он так же одинок, понимаете, как эта несчастная девочка в чужой стране. И сцена, где он наглотался таблеток и уснул под дверью. Непонятно, то ли под дверью своего дома, то ли под дверью Лилиного дома, да. И проходит какая-то бабка с пустым ведром. И как будто бы это не мальчик, а какая-то, знаете, ветошь. Вставай, вставай, понимаете, девочки, вы понимаете? Просто мир этих людей. Отношения в этом мире, какие они, понимаете, девочки? И в какой-то момент, да, мы возвращаемся в Швецию, где Лиля, ее новая жизнь. Череда клиентов, ее откровенно насилуют. Она уже, ну, просто не похожа на себя, то есть человек, ее привозят к клиентам, то есть ее забирают, ее не кормят и показывают, как ее вот этот вот сутенер, да, он там ей купил что-то в Макдональдсе. И несмотря на то, что этот ребенок несчастный, убит физически и морально, она накидывается на эти гамбургеры, потому что она мало того, что она еще и голодная. То есть она просто за еду, и у нее нет никакого отступного пути, девочки. То есть это настолько безнадежно. И показывается, как ее привозят к этим грязным мужчинам, к этим чудовищам. Я сейчас скажу эту вещь, просто потому что, чтобы у вас было представление, когда ее привозят к этому, я даже не могу назвать это мужчиной, у которого фетиш, у него есть малолетняя дочь, и он представляет себе, что это несчастный, этот несчастный ребенок, это его дочь, и занимается с ней тем, чем занимается, понимаете? То есть это мир больных фетишистов, чудовищ, моральных просто уродов. И, ну, она все, она уже не человек, то есть она уже абсолютно не в минус, это полный. И в какой-то момент, это очень сильная сцена, когда она засыпает, или это вот, то есть, или забытье у нее какое-то, и к ней приходит Володя с крылышками, с такими крыльями ангельскими, да, с белыми ангельскими крыльями, чистый ребенок, понимаете, он ее ангел-хранитель, понимаете, он ее ангел-хранитель, и он к ней приходит и говорит: дверь открыта, уходи, а какой-то клиент или вот ее этот сутенер, он забыл закрыть дверь, и он ей говорит: дверь закрыта, уходи. И она говорит: что ты здесь делаешь? Он говорит:
Уходи, я пришел к тебе помочь тебе. Да, и она сбегает. Ну, в общем, там ничем хорошим это все не заканчивается. Она бежит. По-моему, она с моста прыгает. И Володя тут же возле нее и говорит ей там, что вроде как, да, твои мучения закончатся, все. Ну, в общем, ее потом находит служба спасения, да, реанимация, скорая помощь, пытаются ее откачать. Она едет в этом автомобиле реанимационном, и рядышком сидит Володя с крылышками с ней возле нее, да, ну и спасти девочку, этого несчастного ребенка, не удается. Да, то есть. И в конце показывается, как Лилия и Володя с крылышками оба играют на крыше дома в баскетбол. Свободные и счастливые дети, в каком-то радостные дети, в каком-то мире, в раю, наверное. Потому что когда Володя, да, там показывали, да, его, и он говорил о том, что я хочу после смерти играть там, да, в бейсбол, я хочу быть крутым бейсболистом, да. Что ребенку-то нужно, понимаете? Какие у ребенка это мечты, это дети. И вот они счастливые дети, не обремененные этой грязью, людской жестокостью, просто играют на фоне заходящего солнышка, играют в баскетбол на крыше. Отдельная тема в этом фильме — это музыка. Ну, там есть композиции группы «Рамштайн», композиции группы «Тату», но также есть и музыка, которая написана специально для этого фильма, инструментальная музыка, такая оркестровая. Девочки, она стоит в голове еще очень долгое время. Она настолько хорошо подчеркивает все происходящее на экране, и такое это происходящее, щемящее, такое больное, такое беспросветное. И вот, кстати, в начале фильма, да, я говорила, что Лиля бежит. Вот как раз-таки, да, вот она, когда сбегает с этой квартиры, да, и вот она бежит и сбрасывается в итоге с этого моста. Так вот, безнадега абсолютная. То есть это просто... Ну, здесь не может быть ничего хорошо. Это как какая-то черная часть этого мира, где нет спасения, где сплошная грязь, сплошной ад, и это очень больно. Очень больно это смотреть, очень больно давать этому какую-то оценку. Какая здесь может быть вообще оценка? Ну, знаете, вот после таких фильмов, вот есть еще фильм подобный «Волчок» наш, фильм Сигарева с Яной Трояновой, да, про материнскую нелюбовь. После таких фильмов, вы знаете, начинаешь как-то, да не то, что начинаешь, а что-то вот душа твоя как-то очищается, знаете. Ну как очищается, тоже некорректно я сказала, ну вот... Не очищается, а, знаете, становится более чувствительной ко всему. Я вот сейчас снимаю это видео, дождь такой на улице. Вот я, когда начала говорить, уже вот, да, про самые тяжелые события в фильме, полил такой дождь сильный. Становится душа очень уязвима, чувствительна ко всему. И ты уже не можешь на какие-то вещи смотреть сквозь пальцы. Не можешь. Больно очень. И я вот чем старше становлюсь, я же этот фильм пересматриваю там каждый год, два года. Не знаю зачем. Больно смотреть, тяжело, потом тоже очень плохо, но почему-то смотрю. Снято очень как хорошо, актерская работа. Ну, нет, на самом деле качественно все очень снято, и игра актеров, конечно, особенно Володя, этот мальчик, это просто, это...
И чем вот старше я становлюсь, тем каждый раз этот фильм у меня вызывает все более и более болезненные эмоции. То есть я вот сейчас говорю, девчонки, начала его смотреть и поняла, что я не могу, я не смогу. Все, я уже не могу. Мне уже слишком тяжело это смотреть. То есть я уже не выношу, просто не вывожу. Вот, девчонки, оставляю вам поле для обсуждений и пообщаемся давайте в комментариях. Кто не смотрел этот фильм, обязательно его посмотрите. Это классика уже такого жанра. Действительно классика. Давайте просто... Давайте, знаете, что вот где-то в глубине души, все, кто посмотрел мое видео сейчас, давайте в глубине души просто помолимся за всех несчастных детей. За тех, кто, к сожалению, погиб. За тех, кто это пережил или не пережил. Потому что фильм фильмом, да, но это общая как бы трагедия нашего общества. И на самом деле это очень-очень страшно. И когда ты задумываешься о том, что это не просто художественный вымысел, а что это есть в нашем мире, как и многое другое. За горло берет, понимаете, холодная рука, просто ужас, отчаяние, скорби. И я даже не знаю, чего еще. Девчонки, на такой вот ноте не могу заставить себя улыбнуться даже, понимаете, потому что, ну, тема тяжелая. Я вот просто сейчас, когда начала погружаться вот сознанием в этот фильм, я очень хорошо представляю все, что там, все эти сцены, у меня очень хорошая такая фотографическая память, да, и музыкальная, я это, и музыка у меня это в голове играет. Девчонки, посмотрите этот фильм, кто смотрел, делитесь своими впечатлениями, может быть, кто-то почитает тоже ваше мнение, будет интересно другим девчонкам почитать, услышать. А вам спасибо огромное за просмотр, будем с вами также и более радужные вещи обсуждать, но действительно фильм хороший, фильм остросоциальный, такие фильмы нужно смотреть и показывать, наверное, дочерям, подросткам нужно, потому что эта история не вот эта в нашем обществе, она никуда не делась. И, конечно, нужно быть осторожными, учить своих дочерей осторожности и не запугивать их, но чтобы было понимание, что мир этот, он это не радужные, понимаете, пряники. Девчонки, спасибо вам огромное за просмотр. Целую вас, обнимаю, желаю вам и вашим семьям всего только самого наилучшего. Пусть беды, несчастье, все вас и нас, всех нас обходит стороной. Пусть Бог нам во всем помогает. Спасибо вам за просмотр. Целую вас, обнимаю. До новых встреч.